хаш из говядины. Национальное армянское блюдо, он считается чудодейственным. Если нужно вернуть здоровье после бурного застолья, хаш обычно готовят на третий день свадьбы, чтобы гости протрезвели. Хаш из говядины я бы назвала горячил холодцом, конечно, он отрезвит любого. Такие наваристые супы чудесным образом придают силы и здоровье. Можно к говяжьим ножкам бросить и полноценный кусок мяса, чтоб было, чем развлечься, тем более, что женщины не очень жалуют различные субпродукты. Помните, нет такого рецепта, которого нельзя изменить или улучшить по своему вкусу. Успехов и приятного аппетита! В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Говяжьи ножки и рубец хорошо чистят, скоблят, моют и варят в большой кастрюле, как на холодец, варят, пока мясо не начнет отделяться от костей. Рубец варится отдельно до тех пор, пока не исчезнет специфический запах, это примерно 7-8 часов, бульон сливаем, используем только мясо, рубец режим и отправляем в кастрюлю, где варились ножки. Уже готовый суп заправляется большим количеством чеснока и зелени, поварить еще немного, минут 15. Подавать хаш с острым перцем, а мясо отдельно подать на тарелке. Доброго здоровья! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вкуснее тем, кто подпишется. Нам понадобится говяжьи ножки, 1,5 килограмма, рубец, 500 грамм, чеснок, 4 штуки, зелень, 2 штуки, пучка, количество порций, 10-12. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До новых встреч!